Re, viss ēters ir te. Средняя продолжительность жизни мужчин в Латвии на 10 лет меньше продолжительности жизни женщин – 69 и 79 лет, соответственно. Как появилась такая ощутимая разница? Ответ на этот вопрос в своем исследовании искал Институт корпоративной социальной ответственности. 74 года – средняя продолжительность жизни в Латвии. Она была бы выше, если бы не ранний уход среднестатистических латвийских мужчин. Оказывается, причиной этого может стать сильное эмоциональное давление, которое испытывают мужчины на протяжении всей жизни. Стереотипы общества обязывают мужчин быть сильными, брутальными, и это рождает ряд проблем. Большая проблема – это суицид. Из всех самоубийц 80% были мужчинами. Кроме того, в сложные эмоциональные периоды мужчины в два раза реже ищут, кому можно выговориться, в отличие от женщин. Поэтому начинают употреблять алкоголь, чтобы снизить стресс и расслабиться. Исследователи советуют в первую очередь мужчинам пересмотреть стереотипы о том, что все держится только на мужчине. Чаще обращаться к врачам и уделять больше времени семье, а не только работе. Анита Саханова, Эверстанс, Латвийское телевидение.